Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие в глубины океана, чтобы познакомиться с удивительным созданием листовой овцой. Готовы окунуться в этот захватывающий подводный мир? Тогда давайте начнем! Когда заходит речь о слизняках, многие из нас могут испытать дрожь и неприязнь. Но, возможно, мы упускаем из виду настоящее волшебство этого невероятного мира под водой. Слизни, плавающие в тайнах океана, словно настоящие художественные произведения. Стоит немного погрузиться в этот фантастический мир морских созданий, и вы пересмотрите свое мнение о них полностью. Эти загадочные существа словно пришельцы из далеких галактик. Океан полон этими удивительными существами, которые с течением времени эволюционировали, обретая новые удивительные черты. Некогда обладавшие раковины, как улитки, морские слизни с течением времени изменили свой облик, оставляя за собой следы невероятного пути эволюции. Обитает это прекрасное существо, напоминающее мультяшную овечку, вблизи Японии, Индонезии и Филиппин, создавая настоящий аквариумный мир. Листовые овцы, будто вышедшие из мультфильма, обладают уникальной внешностью, схожей с карикатурными фермерскими друзьями. Они ведут себя словно растения, уютно обосновавшись на морском дне. Вот где начинается настоящий фейерверк природы. Листовые овцы применяют фотосинтез, чтобы получать энергию, выделяясь как одно из немногих животных, способных на это феерическое шоу. Эти маленькие волшебные создания питаются с помощью удивительного процесса, называемого клептопластика. Забытое время природы оживает в этом удивительном танце симбиоза, где хлоропласты водорослей становятся настоящим сокровищем для листовых овец. Слизни высасывают их светящиеся хлоропласты, превращаясь в настоящих солнечных батарей. Это настоящее волшебство морских глубин. Невероятные листовые овцы длиной всего 5 мм. Их белые головы с маленькими бусинками в виде глаз и тела, похожие на пучки листьев, создают настоящий праздник красок под водой. Голова слизняка украшена разноцветными полосами, пятнами и даже носорогами с бело-черной гаммой, как настоящий калейдоскоп подводной красоты. Эти удивительные создания редкости в морском царстве проводят настоящий световой пиратский абордаж, превращая солнечную энергию в свой собственный фестиваль питательности. Хлоропласты – это таинственные органеллы растительных клеток, обретают новую жизнь, становясь частью восхитительных морских жителей. Обычно они являются ключевыми игроками в фотосинтезе растений, где синтезируют белки, масла и крахмалы. Однако эти морские злодеи, листовые овцы, решили похитить их из пищи водорослей, создавая удивительный симбиоз. Эти креативные создания питаются водорослями и, как истинные фотосинтетические гурманы, сохраняют в своих тканях хлоропласты, создавая собственный источник энергии. Эти голожаберные творцы природы демонстрируют разнообразие формы цветов, будто каждый из них – уникальное произведение искусства. Листья на спине морской овечки предстают перед нами в разнообразной ярко-зеленой с фиолетовыми кончиками до зеленых с желтым отливом и буроватыми точками. Это настоящее модное представление в мире океанской элегантности. Листовые овцы – это настоящие чудеса океана, обитатели глубин, и их удивительные методы размножения и враги создают захватывающий портрет подводной жизни. Листовые овцы вступают в игру полового размножения, оплодотворение происходит как на большом подводном бале, внешне. И из этих магических моментов зарождается личинка. Она плывет в своем морском путешествии, преображаясь в великолепного моллюска. Оказывается, что некоторые виды листовых овец способны к творчеству без участия спермы. Партеногенез – вот их дополнительный трюк. Они порождают потомство в собственном океанском танце, не обращая внимания на парад традиционного спаривания. Листовая овца, как и звезда подводного шоу, несмотря на свою индивидуальность, не может избежать встреч с естественными врагами в океане. Морские хищники, включая разнообразных рыб и других морских обитателей, могут считать листовую овцу деликатесом. Их выдающийся внешний вид как бы кричит: «Вкуснятина здесь». Паразиты, будто хитрые бактерии или хитрые водоросли, могут замутить воду для листовой овцы. Иногда приходится преодолевать не только природные вызовы, но и вирусные патрули. И, конечно же, человеческий след в океане может оказать воздействие. Загрязнение,
Изменение климата и разрушение экосистем – все это ставит под угрозу жизнь листовых овец. Листовая овца, как актер океанского балета, справляется с вызовами, оставаясь частью удивительной гармонии подводного мира. В каждом движении и приспособлении они таинственно соединяются с волшебством подводного царства. Спасибо, что присоединились ко мне в этом захватывающем приключении с листовой овцой. Надеюсь, вы узнали что-то новенькое и интересное об этом уникальном создании. Не забывайте подписаться, ставить лайк и делиться видео с друзьями. Берегите природу и до новых встреч!